понятие, как исламский терроризм, это абсолютно неправильно. Потому что террористом может быть человек любой национальности. Есть такое понятие, как терроризм, в переводе с латинского языка означает ужас, паника, насилие. Есть такое понятие, как экстремизм. Экстремизм – это крайняя норма поведения. Профили личности, которые всегда проявляются агрессия, враждебность, разделение людей на чужих и на своих. Но если рассмотреть социально-психологическую характеристику личности современного террориста, это в основном молодые люди, люди, которые национально неустойчивы, у которых проявляются признаки именно проявления эмоциональной возбудимости, проявления юношеского максимализма, мы это прекрасно понимаем, чувство романтизма, мотивация самореализации, мотивация самоутверждения. Довольно часто это люди, которые относятся к маргинальной части населения, которые недовольны своим социальным статусом, либо материальным положением, которые пребывают иногда, вы знаете, в таком состоянии, мы говорим пограничном, то есть когда присутствуют различные психологические проблемы, проблемы непонимания со стороны социального окружения, нарушение коммуникации, то есть когда человек не удовлетворен именно социальными контактами, которые в настоящее время в его профиле личности присутствуют. И вот пребывая в таком пограничном состоянии, довольно часто такие люди, у них ослабевает волевая саморегуляция, стрессоустойчивость к нестандартным ситуациям, и усиливается сугестивность, усиливается внушаемость, поэтому они очень легко поддаются психологическому воздействию со стороны миссионеров деструктивных религиозных течений.